Всем привет, с вами Ильяс, и сегодня мы с Данилом. Все-таки в прошлой части, когда я распаковывал, то в этой второй части Данил смог выдернуть, и мы сейчас ее чистим водой. Да, мы ее чистим водой. Я загуглил, по фотопоиску я загуглил, и это человеческая кость. Это человеческая у ноги кость. Человеческая кость ноги. Сейчас Данил пошел за бутылкой, чтобы налить туда воды. Сейчас я возьму. Данил, скажи ребятам, скажи. Всем привет зрителям, поставьте лайк. Поставьте лайк и подпишитесь, если вы хотите. А мы вон что делаем. Видите, да? Давай. Теперь другая сторона. Сторона вообще грязная. А за ту вот еще что есть. Вот лайки не ставить. Вот не подписывайтесь и не ставите лайки. Вот и... А мы вот что ради вас делаем. Ради вас раскопали. Поставьте лайки, мы выпустим новую часть. Да, как мы что-то делаем с этой костью. Ну вам всего просто нажать на одну кнопочку лайки, которая стоит под вашим под этим видео. Ага. Вам это не сложно, а нам приятно будет. Да. Вот что мы делаем ради вас. Чистим кости, которые сложно чистить.